Рассчитайте потери мощности в RedExpert для оценки нагрева дросселя. Откройте симулятор Bug-преобразователь, где вы можете ввести параметры вашего преобразователя. В нашем примере мы выберем входное напряжение 12 вольт, выходное напряжение 3,3 вольт, притоки 2 ампера и частоте переключения 1 МГц. Нажмите кнопку «Показать детали». Здесь вы можете увидеть входные параметры, требования к дросселю в вашем приложении, напряжение на дросселе и график зависимости пульсации тока дросселя, потери дросселя в числовом выражении и в виде графика в зависимости от входного напряжения, частоты переключения и выходного тока. Каждый дроссель будет работать по-разному в вашем устройстве. Зарегистрированный пользователь может видеть в таблице выбора дросселя потери по переменному току AC, по постоянному току DC и общие потери, а также его нагрев. Чтобы найти наиболее подходящий дроссель, вы можете отсортировать таблицу по возрастанию потерь или по нагреву дросселя и отфильтровать список в соответствии с вашими требованиями. Нажмите кнопку «Потери». Расчет потерь независимо от топологии преобразователя. Выберите подходящий для применения фильтров по набору параметров или все, чтобы показать все компоненты. Введите либо импульсный ток, либо положительное и отрицательное падение напряжения на дросселе. Можно ввести параметры сигнала непосредственно с осциллографа, что дает более репрезентативные результаты. Для расчета потерь по переменному току мы измерили все компоненты для различных коэффициентов заполнения и частот, сделав вычисления максимально точными.